родился 24 июня 1964 года в Ленинграде. В 1983 году окончил Ленинградский электромеханический техникум. В 1990 году окончил ГИТМИК, курс заслуженного деятеля искусств Ефима Падве. В 1990-1994 год преподавал актерское мастерство в ГИТМИКе. В 2002 году записал альбом «Гена Лягушкина «Птица Дода». Занимается дубляжем и озвучанием российских и зарубежных фильмов. С 2010 года актер Российского академического большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург.